Чеченская диаспора намерена вернуться на родину после деоккупации и готовит съезд в конце ноября. Об этом заявил чеченский общественный и политический деятель, сын президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор Масхадов. Сейчас мы работаем над консолидацией нашего общества, которое находится на чужбине. Мы видим и встречаем понимание со стороны Украины и других европейских стран. Мы встречаемся с ними и работаем в том направлении, чтобы прийти к тому дню, чтобы чеченский народ вернется на свою землю через деоккупацию, сказал он. Анзор Масхадов сейчас присоединяется к нашему разговору. Да, Анзор, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. Скажите, вот это такое желаемое возвращение на родину после деоккупации Ичкерии, какой путь должна пройти диаспора и чеченский народ, чтобы это осуществилось, и желательно в ближайшее время? Что должно произойти? Спасибо за вопрос. Да, это тот день, о котором мы мечтали все эти 20 лет. 20 лет нашей оккупации со стороны России. Все эти 20 лет мы знали, что в один прекрасный день мы вернемся. И сегодня мы видим те шансы, что это произойдет очень даже скоро. Мы сейчас работаем со своей стороны и делаем все возможное, чтобы приблизить этот день. И, конечно же, благодарим сегодня Украину за те шаги, которые она предпринимает, помогает нам. Мы очень благодарны. И путь, через который мы должны пройти, это будет, конечно же, как вы сказали, деоккупация. Мы должны очистить свою землю от оккупантов и их марионеток, что мы обязательно сделаем. А каким это произойдет, это уже, как говорится, как велит Всевышний, как даст Всевышний, вот то мы примем. Будь это силой, будь это мирным путем, мы это обязательно сделаем. Анзор, в свою очередь, хочется сказать огромное спасибо вам за тот вклад и ту помощь, которую вы сейчас демонстрируете в нашей общей борьбе с российским агрессором. Огромное вам спасибо. И вот вы сейчас даже на фоне украинского флага к нам обращаетесь. Спасибо. Это очень важная помощь для всех нас, для всех украинцев. Скажите, а совсем скоро состоится съезд диаспоры в конце ноября. Какие планы на него возлагаются? Да, мы все это время мы пришли к тому, что этот съезд необходим. И этот съезд всех наших братьев и сестер, чеченцев, нашего, можно сказать, наших сторонников, сторонников независимости чеченского государства. Мы пришли к тому, что мы должны выйти из того кризиса, в котором мы оказались и в который нас тянули. То есть мы говорим сегодня о единой силе. И мы сегодня выступаем за единую силу. То есть мы хотим создать такую силу, которая поможет деоккупировать нашу землю. А на какое количество людей, какое количество людей в Чечне, они готовы поддержать вот создание этой единой силы, которая приведет регион к деоккупации? В самой республике, да, люди поддерживают нас, люди общаются с нами. Ну, знаете, там ситуация такая, что, как вы знаете, они находятся под давлением, российской марионетки, личной, вот личного пехотинца Путина. Угу. Обсуждается ли уже, может быть, некая конфедерация народов Северного Кавказа, которая может быть после деоккупации? Какой она может быть? Ведь в Дагестане ведь тоже мы знаем очень сильные такие мысли. Все народы Кавказа — это наши братья, то есть братские народы. Мы всегда были и есть, и будем всегда им братьями. И мы готовы к любым переменам, к любым, можно сказать, идеям, которые сближают нас. То есть мы можем говорить о единстве Кавказа. Я всегда говорю, что если Кавказ будет единым, если мы будем хозяевами наших земель,
то ни Россия, ни кто-либо другой не может и не сможет заигрывать с нами. Вот именно это и делает сегодня Россия. Россия — враг. Враг Кавказа, враг всех нормальных людей, враг человечества. И мы буквально недавно были на конференции «Кавказский союз», общались с нашими братьями, как раз-таки строим этот мост, наш мост, вот, который приведет к нашему единству. Но я прекрасно понимаю, что нам в первую очередь надо деоккупировать свою землю, построить наше свободное, независимое чеченское государство, а дальше уже строить наши отношения с братскими народами. А вот как раз о братских народах, безусловно, признание Украины, Ичкерии как оккупированную территорию, признание геноцида чеченского народа, это дает надежду, что эту инициативу поддержат и в целом в мире. Расскажите, какие страны готовы сейчас оказать вам поддержку? Украина. Вот, в первую очередь. Я благодарен и не перестану благодарить за тот шаг, который сделала Украина, за признание геноцида, за признание оккупации. И, как вы знаете, вчера президент Украины Владимир Зеленский уже предложил вопрос, рассмотреть вопрос о независимости Чеченской Республики Ичкерия. То есть это результат всей нашей общей работы, которая проводилась все это время. И в первую очередь, да, мы благодарим украинцев за эту работу. Спасибо. Спасибо. И знаете, но все равно в Кремле враг не дремлет и использует разные поводы, использует эту страшную машину пропаганды, чтобы людей между собой сталкивать. Ну, и сегодня, кстати, День национального единства в России. И наверняка там будут имитировать вот некую мультинародность, мультикультурность для пропаганды. Будет еще один повод, в том числе обратиться и к коренным народам России и еще больше их, так сказать, мотивировать на участие в войне в Украине. Вот такой пропагандистский фокус, он все еще работает? Ну, в России пропаганда, да, они пускают все на эту пропаганду, на внутреннюю, на внешнюю. И мы знаем, что такое Россия пропаганда. Ну, наша цель, наша работа в основном должна быть по этой пропаганде, чтобы русские знали, что происходит, и чтобы наши знали, что происходит на самом деле. Ну, там нет никакого единства в России, там нет своего мнения, там нет оппозиции, там нет никаких сил, которые могут встать и предъявить, сказать Путину, там, властям России, высказать свое мнение. Мы знаем, что там происходит после того, что если там соберутся люди, они прекрасно знают, что их побьют дубинками, раскидают по тюрьмам и так далее. Вот такая ситуация сегодня в России.